А какое это место занял? Второе. Ну, что скоростная победа? Ну, сложно ехать. Ну, это не нравится. Дети ездят с 5 лет, сейчас младшему 10 лет, старшему 11. Старший едет в старшем классе. Там как бы дети повзрослее его в основном. Он самый младший участник в классе 85. Ему немножко тяжело. А младший едет в своем классе, у него таких, ну, как бы серьезных соперников нету. Я ехал далеко, но потом под конец заезда уже стал приближаться к нему, но не успел. Мы не собирались как бы там каких-то достигать побед или там высот в этом спорте. Просто я купил им так просто китайский мотоцикл такой недорогой на бензине зимой на Новый год. И они там в квартире таскали его по квартире, а весной выехали. Но мы завели его, старший Тимур сел на него и сразу поехал. Тимур стал чемпионом Украины в классе 50 кубических сантиметров, а затем через 2 года стал чемпионом Украины в классе более старшим 65 кубических сантиметров. Потом, в позапрошлом году Артур стал чемпионом Украины в классе 50 кубических сантиметров. И сейчас он участвует в чемпионате Украины в классе 65, пока он лидирует. В чемпионат Европы нас пригласили как представители Украины, выбрали самых быстрых гонщиков в этих классах. И мы как бы представляли Украину на этом чемпионате. We'll be right back.